паровозиком. Ляп-ляп-ляп. Все встречаются на Б. Ты где? Я? Я на Б. О, здесь у нас хорошее укрепление. Обрати внимание, Dual Beret на таких дистанциях работают шикарно. Быстрый раунд форс пока что контрят на корню. Это 5 в 0, ни одного хпнс не потеряли. Как тебе такое? Брал когда-нибудь внимание, не обратил? Сейчас посмотрим. Здесь есть Спинкс, и вот он-то как раз собран. Делает грязюку, пытаясь обходить спину, он все-таки ловит Джерри. Иди сюда, иди сюда. Прием. Будь паровозиком, раскинули... хотел сказать, раскинули факелы. Оп, ну тут вот это не получилось принять. Оп! Оп! Ты шо? Иди сюда, пацаны. Как говорится, вот и... мы учимся на своих ошибках. Правильно, лучше на чужих, конечно, но на своих. Знаешь, иногда люди вообще не учатся даже на своих. Снайпер такой думает, шо, я хотел засейвить, а тут его уже шалфей говорит, иди сюда. 4 человечка. Ну там... Снова заезд на Б, решили поддушить центр карты. Размен полностью устраивает в таких обстоятельствах форзов. Можно плейнти. Вообще, да. Главное, законрить здесь церковь. Спинг забрал зорты. Один из игр... Ну, тут что-то не пошло. Что-то да. А, плохой дым. Видишь, отбросили плохой дым, там был огромный просвет. И в него по итогу похоронили. Да, надо было лучше. Проявили характер. Как говорится, висели на голимом весь турнир, и потом ляпс в финале. Вообще... Снэппи будет принимать. Слушай, как он этот фраг сделал? Мне кажется... Читы. Может быть. 2.99, знаешь? Ну хотя Снэппи это такой, Снэппи это серьезный мужик, серьезный кэп. Хватит ли смока для того, чтобы хороший дота отрезать? Был, хороший флеш был, своего слепанул. Джерри ждет выход. Оп, оп, ой-ой-ой. Ну красиво выпал. Ставится бомба, Кенси перекрывает центр карты, все, второй раунд для форзов. Слушай, вообще пока смотрится неплохо. Ой, вот это прев был. Спасибо большое. А ты вообще играешь на этой карте? Играл пару раз? Ну, у меня на ней 100% винрейт, потому что я 2 раза играл, 2 раза выиграл. Это серьезно. Ты знаешь, я любитель Миража. Не знаю почему, Мираж, Нюк и Трейн. И Трейн? Ну, типы сидят. А-а-а. И играют, понял? Да-да-да. После вкуса, после интернешнл. Мне кажется, после мажора на некоторых катках такое же. На нюк нельзя зайти. Из-за Нави? Да. Так, пока здесь 2 в 1, кстати, у форзов проблемы. 41 секунда до конца, смотри, сейчас Норвик будет клатч показывать. А, ладно, не будет показывать клатч, выкупается. Ну, я не помню, как он называется, но я знаю, что про чикагского гангстера. Не, вру, про нью-йоркского. Про нью-йоркского. Да. Тут он, гангстеры заехали пока на... Церковь. Большие проблемы у форзов. 5-й раунд Энс возьмут почти наверняка. Мало здоровья у форс. Но Джерри прикрывает Снэппи в спине. Теперь дела Энс становятся значительно хуже. Зорты падает. Defuse. Падает Кенси. Кила Джерри. Ну, Дэпу, скорее всего, будет. Не успеет Джерри прикрыть. Сейв этот. Выход на А. Наконец-то дождались. Здесь дыха. Хорошая позиция. Спинкс его прикрывает. Ну и по идее... По идее Габелла. Да. Ой! Джерри говорит... Не, братва, не. Вот тут прячется Дота. Спинкс минусует Норвис Куба. Размены неплохие, но, блин, все равно в минусе форзы. Так что один за другим они падают. 1-3. 1-3. Но Джерри такое тащит, кстати. 39 секунд до конца. У него бомба на руках. Ему бы забрать вот этого парня. 15 кп остается у Джерри. 32 секунды. Вообще, берутся такие клатчи, 11 хп он многовато потерял. С другой стороны, Хейтс красный. Он идет к своему тиммейту, Спинкс его принимает. Знаешь, я когда-то... Со стороны точки А прошел через всю карту, игрок номер 2. Видишь, где он? Смотри, в спину заходит. Ого. Вот так вот. Сейчас, в общем, до раскидки супчика поймает. Да, ну, принимают. Ой, шашлычок хороший был. Да, до свидания. Вот это поджимы, конечно. И шалфея сейчас, мне кажется, тут тоже примут. Мы видим, да, примем. Слушай, ну, кстати, я не знаю, какие здесь варианты на выбивание. То есть Энс, конечно, попытается, но есть риск остаться без денег, отдать 5-й раунд, фраг от Зорта, фраг от Джерри, все. Выбивание, скорее всего, не будет, мало времени. У Норви хорошая позиция, ну, в общем, шансов здесь практически нет. И Спинкса отпускать не должны. 7-4, минус деньги и 7-5. Вот так. АВП, главное... Ой, скелетон, хороший ножик, у меня раньше такой был. А ты вообще по скинам угораешь? Много их у тебя тут пока? У меня немного. У меня раньше... Да тут как бы все. Тут как бы слив был. Побежали за фрагом.
Ну, не попал. Он позвал братика сюда. Он понимает, что все довольно опасно может быть. Смотри, Зорд хитрый снайпер ждет Зорда, видит Кейн, до свидания, падает бомба. Снайпи минус 3 в этом раунде дает, говорит, пацаны, ну куда? Говорит, я что, зря твой эко делал? Вы чего? Ну, сейчас Кингс еще. И еще одного. Ой, зачекал. А, Шалфей не топал, зря он это делал, конечно. Я знаю. Ну, не, ну, вот какой-то один предмет, который ты считаешь в своей жизни самым ценным. Пока Хейс, кстати, получил авик, дал фраг по Кенси. Говорит, здорово. Здесь и Зорда в опасности, и Снайпи дал фраг. Зорда. Типы душат, типы душат. Слушай, ну вот, я не знаю, в таких ситуациях, наверное, и ты оказывался. Стоишь в снайперском прицеле, вроде бы с Диглом, сейчас погоди, ситуация 2 в 4. Ты видел в финале, когда Na'Vi с G2 играли, промах да. Ника с Диглом? А ты видел, мемчик этот? Что типа, когда, ну знаешь, когда ты шпилишь на компе, и у тебя включен Telegram в браузере, так. И тебе звонит. Даже с фейком отыграли. Фейк по установке бомбы, вдруг кто-то бы повелся. О, тихо, нашел Джерри, расстрелял его сверху. Теперь 3 в 3, теперь все становится немного опасно. Центр карты, важная перестрелка, Кенси забирает дыху. Кенси сидит за вещами. Шалфея с АВП. Ну, все, Кенси морозится, играют на время. Ба попытался Дона попасть в голову, Кейтса забрали. Ну и теперь, ну сложный клатч, да. Я бы сделал по красоте. Что-то сделал? Ну, сделал по красоте. А здесь два игрока, ну, один подальше, второй поближе. Кенси уходит, чтобы его не задавили. Продолжают Тенс оказывать свое давление. Кенси стелит одного из них. Второго. Третьего. До свидания. Все. Ой. 4 в 1. Слушай, ну ты знаешь, я хочу тебе Тенса, и его, точнее, наблюдаешь за Форзе и видишь Джерри. И интересно, против него когда-то Том играл? Посмотрим, ну сейчас против него сыграл Дыха, я так понимаю, что это косплей Тома, потому что Энс съезжает сейчас на точку Б, и что-то проблемы серьезные у Форзов, ничего не скажешь, 2 в 3. Ой-ой-ой, хорошая хаешка была! По Спинксу вообще, Децл ХП у него, можно выходить прям вот смело, душить. Но, блин, все равно сложно выбить такое. Идет Кенси, проверяет каждый угол. Видно, что Форс сконцентрирован. Спин сейчас... О! Вот это просто развалил! Это дил! Это... Кейтс не сделал минус. Как так? Зорд, ты... А, это что? Ну, тут надо было Кейтсу тушить. На духаря вышел, дал в том храме, говорит, голова, ты что тут делаешь? Слушай, они помогли друг другу как-то. Вот единственное, Аплэн сейчас свободен, Энс пойдут туда, и еще не факт. Форте. Долго все, долго. Опасный напряженный момент. Но здесь нет варика на самом деле топать. Ой. Суперфраг. Ой! И третьего видит, ну, найс, дыха. Ты шо, туча раздал. Ты че? Ну так и проигрываются мажоры. Надо было дефузить, надо было на пацана дефузить. А у него китов 10 секунд. Ой, сейчас. Да все, иди домой, сотри в окно. Куда ты вообще без китов вышел? Ты что, дядь, гонишь? Да. Даже если они сильверы. Конечно, но сильверы это нужно, да. Так, ну пока здесь эко, форзы пошли на мидл. Снайп, два килла, спинкс, зорта. Ой-ой-ой, Кенси, что делает? Говорит, пацаны, вы шо? Говорит, вы шо? Просто в каких-то серьезных командах до этого не выступали, но... Шалфей. Ох, промахнулись по нему. Сейчас Кейнс должен давать свой фраг. А Спинкс Норви нашел 4 в 4. Разносит Шалфея. Ну и последний боец невидимого фронта Кейнс. Сейчас горит. А нет, смотри, дает фраг. Ой-ой-ой! Дает второй, хорош, третий! Ай-яй-яй-яй-яй! И вот все равно 2 в 2. И вот прикинь, каково... Вот как будет неприятно сейчас Кейнс, если его команда проиграет. Ты даешь 3 фрага, горишь в огне. Хотя не проиграют. Джерри пропускают спину. Он сейчас даст килл. Хорош, хорош. Джерри. Вот. Раз. Ой. И разбил. Все, 12-8. Найс. Иски еще не выучил. Это... И вот при выходе надо чекнуть обязательно право. Хорошо. Ой, хорош. Зорта зажал в дым. Просто ой, минус 2. Не дал бомбу поставить. Но плентит. Плентит, пацаны. Шалфейчик. Должен делать минус. Раз. Инфа есть по второму. Шон фраг, минус второй. Ну и последний под Б. Ой, снэпи, говорит. Пацаны. Ой! Ох, ну было близко. Еще успевает даже забрать снэпи Кенси, но тут... Он и по шалфею попадает прострелом. То есть шансики. Na'Vi
Нави уже мажор взяли, им уже плевать. Они уже прошли Counter-Strike, можно вообще отдыхать. В принципе, да. Но тут Энс не прошли, не то что Counter-Strike, даже на Б не зашли. Постелили троих, выбили бомбу. Понесся куда-то. Джерри сейчас зорта. Что происходит? 2 в 2. У Норви 10% здоровья и вообще раунд большой опасности для Форд. Кенси в спине, ой, не читается, все, забирает фулового хейтса. Да, дыха, дают ему. Конечно. Е. Живет! Но недолго. Ой-ой-ой, дыха. Смотри, снова душат форзы. Поджимают вражескую территорию. И Шалфей нашел фраг, не выпустил мидл. Шалфей очень крутой никнейм, я считаю. Почему ты так считаешь? Ну, не знаю, вот как-то вот такого, знаешь, он какой-то добрый эльфийский позыв несет. Да, Шалфей. Мне, кстати, тоже сразу понравилось. Выбили бомбу на под Б. Джерри рашит. Зарашил одного. Ой, да все. Форзе. Игрока, кстати, пройти, ну, на самом деле, почти нереально. Такую тему. Смоук направо. Джерри сидит в кармане. Ох, получает молотов. Красиво несется просто вперед. Вырубает. Вырубает Спинкса. Как тебе такое? Дали молотов по чувакам. Ой-ой-ой. Побежал вокруг. Кардио. Ай-яй-яй-яй-яй. И патроны кончились. Все. 12-12. И ты понимаешь, что типам нужно выиграть, ну там, 8-9 раундов. И когда ты просто вот так вот на... Ну, короче. Но тут пока эхо все равно. У Энс на 13-й фразы выходит. Ну и когда ты это переживаешь, да, чувствуешь себя каким-то таким. Мне кажется, они в тильте сейчас. Но профессиональные игроки, они же не могут себе позволить. Поверь, они тильтуют пожестче, чем типы на пабе. Потому что те играют в удовольствие, а эти за бабки, поверь мне. Блин, по факту стелишь. Ну вот и форзы. Еще не будет. Прикинь, кто-то реально послушал тебя, поставил хату, сейчас форзы проиграют все равно. Ну. И ты-то вроде не при делах, а чувак под мостом будет жить. Это, ну, да. Я думаю, не будет. Потому что там хоть идет и выход на Б, но там ничего не будет, потому что Джерри уже на месте. Но Джерри не чекнул лево! Как, Джерри, ты не чекнул лево? О май гаш! Что это было? Ну это уже 13-13. И так, Зорта... Найс, хейтс. Он говорит, дядь, ты что гонишь? Просто... Он представил, что он на Мираже прыгнет. Будут идти на... На кубе там Кенси. Шалфей сейчас, может быть, заберет. Нет, не заберет. Центр карты. Спинкс навелся на него. Зорты в размене. Кенси пошел все-таки спать. Искать Спинкса. Он начал стрелять как-то пораньше. Прострелы не заезжают. А тем временем Кенси пропускает точку А. И Джерри поджимает. Ой, как дыха забирает его. Ой, Кенси. Кенси идет. 2 в 3. Кенси, они ждут. Пуша, агрессия, этой агрессии нет, стоят строго по позициям форзы. Кенси ловит флешку, и Хейтс ловит его. Хейтс, да, говорит, дивися. Кто-то поджимает, Зорт его забирает, Спин забирает Джерри. Норли забирает Хейтса. И 2 в 3 в пользу, который прячется. Нет! Нет! Ой, какой горох только что сделал Шалфей! Прикинь, каково ему теперь сидеть, да. Мы это видели, пята... Ну что по таймингам, Кенси? Бывает, ну сейчас Джерри должен давать хил. Нет. Да нет. Все, ты не веришь, да, уже? Нет. Смотри, 3 в 5 берут, ставьте хаду, друзья. 3 в 5 форзы растаскивают. Они же герои, бойцы. Зорте открывается слева, вместе с тиммейтом будет мутить подсадку. Зорте приглашает тиммейта туда, но залетает парочка флешек. И Спинкс забирает Зорте. Норви оказывается с Шалфеем 2 против 4. Выпад от дыхи, до свидания. Что, это горох получается? Здесь смотри, что... Да, Белла, брат, скорее, Шалфей тащит или нет? Да нет. Не? Тащит. Ладно, не тащит. 16-13, победа Энс. Шалфей тащит свою, как говорится, команду на 1-0. На 0-1. 0-1. А. Что, уважаемый... Что делали не так. Увидим. Так или иначе, увидим, да, им нужно сейчас выигрывать, нужно выкручиваться, выпутываться из этого нюка. И пока получается у них вроде бы неплохо, размены 3 против 2, хотел я сказать, но здесь Хейт собрал
Два калача, и теперь будет ставить бомбу, при этом ставит он ее под тиммейта строго. Нужно еще как-то Джерри выйти. Ой-ой-ой, смотри, Джерри не заметили винтах, но их нужно разбивать. Винтулет. Снайпи смотрит, видит ствол. И попадает только один раз. Я не знаю, сами небеса сейчас Джерри спасли. Кейнси пытается контролить будку. Китов, кстати, снова нет. Тебя, Стонер, не послушали. Фарзы. Размен один никогда, в один. Никогда. А вот были бы киты, не было бы беды. Да, и так и вот смотри. Фейк вроде бы дается. А Хейтс не ведется, он даже не... Это Мизанс. Они окапываются на Б, и здесь уже фактор меньшинства не имеет никакого значения. Мне кажется, Зорты его здесь должны были видеть, как он сделал этот фраг. И ума не приложу, не дожимает Джерри. Из ЦЗшки это 3 в 3, при этом бомба стоит, а китов снова нет. Мрачно, ну мрачно. Ну вот почему нет китов? Я тебе хочу сказать, к раунду ты не готов, если не приобрел китов. А ты рэпчик не пишешь случайно? Нет. Жаль, жаль. Не, я не рэ. И вот малый скрипт. Ну что ты? Ну сейчас ляпс и все, домой. В вилке ляпс. Подобрали лут. Ой, какой красивый Галил. Старладерский. У Снэппи, точнее не у Снэппи, а у кого-то из Энс стикеры Virtus Pro. Такое вполне может быть. За них-то не наломно болеть. Правильно, так, Джерри. Ой-ой-ой, Джерри говорит, вы чё? Хорошо, вы. Джерри говорит, вы чё, обнаглели? Это Джерри. Но все равно плентят, пацаны. Ой-ой-ой-ой. Боже, он с дигла, как я на Сильвере стреляю. Так, идут на Кейнси. На его плечах сейчас такая ответственность. За раунд. Ну нет. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! 2.99 работает, ребята. И вот уже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, все это. О, как ты советовал? По пульке, да? По пульке. Все, по пульке. По патрончику, мэнчик. По патрончику. Зорта килл дал, но это уже килл на сейв. Четвертый энд сберут. Ну и у Энс все идет по плану. Они сами пикнули эту карту. У Форста традиционно, скажем, не самая лучшая территория. Выезд на минута 41. Джерри фраг. Джерри. И вот на второго не хватает ему. Сейчас бы найти еще какой-то килл. По КП вроде преимущество. Ой! Форзов есть, найс. Смог. Но здесь Хейт сам виноват. Ты бы смог? Да, ты бы смог. Ну, конечно. Ну, то есть, когда тебя простреливают через смог, видно же трассера, видно, как пули летят. Ой-ой-ой-ой, Шалфечи говорит, братва, вы чего? Реабилитировался. Ляс. Так, дыха. Ой, хорошо. Все, первый раунд для Фарзов. Скорее Мезо. Всего. Но спинкс дали инфу, дали инфу. И спинкс. Если он сейчас сделает минус 3, я ничего не сделаю. Да. Это Габелла, братан. Да, это унвука неприятно. Заходят на основу, смотри, сделают то же самое, что и в прошлом раунде, просто въезжают. Но в этот раз они дропаются в вент и ставят бомбу на Б. Вот это молниеносность принятия решения и теперь выбивание. Вот этим мне и нравится, Нюк. Что просто ляпс через винты или еще кудой. Погнал, поставил. Мне нравится здесь за террористов тоже играть. Да, умные игроки здесь себя хорошо чувствуют. Хейтс минус по Джерри. Кинц. Я не знаю, слушай, просто не перестреливают форзы, да? Вот как Шалфейм на прошлой карте было. Не доигрывают. Так и тут. А имчик слабый. Не разыгрались. 5-1. Ой, Шалфея не обманешь. Шалфей хорошо. Ну, кстати, набил уже 4 фрага. И как обычно, воды на тест-драйв. Я скажу. Пока 5-1. 5-1, друзья. Вот выход, идут на рампу. Здесь на рампы. Кейнси. Забрал одного, второго. Не-не-не, три. О-о-о. А третий говорит, братуха. Не-не-не-не-не-не. Шалфей вообще через дым сели. Вообще как-то странно без флешки, конечно, Энс выходили. Это сомнительно. Это они уже, знаешь, думали, в себя поверили, духаря поймали. Думают, сейчас видим вилку. Ой-ой-ой, смотри, что старый делает. Снэппи идет из-под девятки. Обходит. Ищет опорника рампы. Шалфей разворачивается, но слишком поздно. Да, это ну 2 в 2. Да ну куда? А, ну здесь 10 секунд. 9, 8. Зорта на Б. Все, без шансов. Без шансов. 5-4, все, времени нет. Нужно уходить, с другой стороны его сейчас тоже зажмут. Режь! На нож! Да, секунд, дай нож. Хочу зарезать. 5-2. И снова фаст раунд под апленд.
И снова-таки размен. Размен хороший. Джерри спалился в сайте. На него наскакивает снайпер. Но здесь серия фрагов. Десантов винты не получилось. И вот понемногу мало пом... Это специалки с русским стримом. Мне кажется, это лучшее, что может быть. Ну, одно из лучших, так точно. Ой-ой-ой. Что это было? Просто Спингс ждал поджимок. Ну, как бы 1-3. Тут что? Но у него армора нет такой, не берется. 5-4. Если бы я булил, был бы я здесь? Почему нет? Я думаю, нет. Думаешь, я бы сейчас булил. Ой! Зорта минус 2 делает. Дыху, снэпи забрал. Ну все, видишь, стоило пацанам только, ну, собрать девайсы. Они включились. На, ой, хорошая хае туда залетела. А тут и укрепление. Что-то как Торренс перестает вообще играете, да? Стонер, го побулим. Ха, пацаны, после катки. Слушай, мне нравится название. Cedar Creek Nuclear Power Plant. Что это такое? Это атомная электростанция. Слушай, ребята стали свидетелями эксплуатации мейнкаста. Не одобряю. Приемка сайта 6-5. 6-5. Форзе. Enjoy, брат. Лучше стал. Вот так, видишь. 6-5. И снова Энс пытаются прорвать. А. И снова здесь. И снова здесь у Форзов, к сожалению, не пошло в этот раз. Падает один, падает второй опорничек. И... Ждет выхода из Квики. Это Квик называется, да? Сквики. Ну, Сквики дверь, да. А, Норви, смотри, Норви был, его теперь нет. Молотов ловит Зорта, а выход вообще будет на... Ну, по факту здесь один Джерри снова, к нему должны быть готовы. Отлично раскрутился кэп команды Форс. Ой-ой! Пришел Шалфей, два Шалфей фрага. Шалфей говорит, вы шо, головы? Нормально, он через дым просто въехал. И дыха такой... Не повезло. Что-то не факт. Да. Кенси забрал. О, 1-3, такой берется? Давай. Только по-быстрому берет дыха такое? Конечно, нет. Ладно. Ну, тогда... Потому что Зорте, смотри, с АВП сидит. Авик не контрится. Да, с гараж это называется. Да, ангар. А как там подсад на ангар сделать? Подсад через ящик. Там стоит ящик синий, типа. Туда подсаживают, потом нужно запрыгнуть. Я просто недавно типы видели. Ну, я выхожу, смотрю, тип он стоит. Потому что я с АВП. Еще один панч. 2 в 5. Зорте. Ой-ой-ой, как его там принял. Ой-ой-ой. Тут Джерри разбирается. Ну, от этого не легче, да? Джерри все равно влетел. Джерри Кейт побежал сейвить. Говорит, братва. Еще поджиматься, там Кенси сидит. Позиция интересная, но... Вот как думаешь, дыха чекнет или нет? Думаю, нет. Да, тут и варианта не было. Кенси открылся на опережение. Весь вопрос в Джерри. Ой! Но Дота простил, и Дота по итогу забрал тиммейт Джерри, Хейтс, фраг. И тут разрывная 8-7. Даже не знаю, насколько... Сейчас будет 8-8. Да, в принципе, ты свой прогноз уже сделал, что Энс должны выигрывать пистолетку. Что же происходит? Ой. Хейтс падает. Дота в размене. Забирают девятку, и здесь, в общем, 4-3 для Форзов. Несется со всех ног дыха. Для того, чтобы хоть как-то спасти прогноз Стоунера, который в большой опасности. Но в итоге Форс ставит бомбу, окапываются на дочке. Смотри, у Энс тоже нет китов. И... Они совершают ошибку. Классическую ошибку. Ну, Норви по-любому. Я не знаю, что он туда въезжал. Если честно, разваливаются. Разваливаются в пистолетном раунде игроки команды Форс. Душат Джерри. Он отчаянное сопротивление оказывает, но намного его не хватит. Норви спас твой прогноз. Да, и теперь ты сидишь на троне, получается. А ты какой? Ты какому пистолету даешь предпочтение? Ну, за защиту 5-7, но за атаку так тайну. Ой-ой-ой-ой-ой! Ну, тут Спинкс отдал предпочтение всем этим пистолетам. 9-8. Легчайший был раунд. Тут бы еще снайпе немного пострелять. Он решил обходить с красного. Ты смотри, Зорту-то этого не ждет. И два фрага синхронных. Как вообще разыграли эту комбину Энс? Просто гении какие-то. Дыхи. Да, тут Джерри не шифруется, простреливает будку. Дали смог на скрип малый. Спинкс минус Джерри. Ну, Норви тут вряд ли что-то сделает.
приемная была. Берешь эту пуху? Скар? Скар, да, Скар, за 5000, который... Я тебе хочу кое-что рассказать. А он Скар взял? Но ему дропнули, да, ему дропнули Скар. Ну тут что-то как-то проблема, ты их отъехал на улице. Ой, сейчас Снэппи дает молотов за реактор. Он, кстати, не догорает дозор, то бомба устанавливается. Но вообще очень покоцал. Ой, Норви, какую хейт дал. А был бы АВП, такого бы не было. Ой, а это Скар от Снэппи. Ну и пошли сейвить. Ну да, шеще. Иначе я тебе расскажу одну. А, это хейт. Ой, очень неудачный молик был. Ну, такой. Главное, чтобы его не догнали, не запушили. И ну, начинается ты, просто качели со Скаром. Хорош. Это Скар. Да. Надо сейвить. Надо бежать, текать, сейвить. Этот АВП, увидели его. Так тут еще попробуй засейвить. Хорошая наводка. Хорошо разыграли. Последние деньги для Форс. Тут реально все плюс-минус идет как-то к своему завершению понемногу. Десант с мейна. Ой, хорош, Джерри. Важный фраг. Слышал, очень. По-моему, секрет. Хейт дал килл. Шалфей, ты куда? Джерри дал минус 2. Ну, Спинкс, видишь? Видишь. Ой, Хейтс опасно играет. Как Кенси дал Хейтсу. Но Спинкс все забирает. Посмотри на этого Спинкса. Он контролирует всю мапу. Да, вообще просто хорош. Где кто-то не доиграл, там доиграл Спинкс. 13-9. Ну, слушайте. Такое вообще, конечно, не каждый день увидишь. Уже и Спинкс контролирует ситуацию. Так, размен. Снэппи. Ой-ой, забирает Джерри. Но, ой. Не дострелял. Чуть-чуть. Мне кажется, там сейчас... Форс, что здесь вот кто-то по-любому есть. Сейчас его закроют. Ну, я смотри, убежал. Взял бомбу, 26 секунд. А здесь дыха на крыше. Дыха сверху. Все прям закрыто. Смотри, как они стали. Просто стоят и ждут. И вот сейчас его сладенький, иди сюда. Ой, не-не-не. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, как они? Как так, Дота? Ты мог дать минус несколько, но ты что-то, ну, заминжевался, запрыгался. Так, Хейтс пока ждет спину на рампе. Снэппи ждет Зорта. Будет разброс. Снэппи не отворачивается. У него все в безопасности. Разбиваются стекла. Прикинь, какой хладнокровный. Ой, Джерри залил. Ой, Снэппи. Точнее, Кенси. Кенси разнес. Пахнет, ну, 15-10. Так, ладно, теперь твой прогноз. Ну, все, тогда это 11-15. Точнее, 15-11. Ну. Если только Дота раз. Уф. И Спинкс, а смотри, все равно 2 в 2. 17-16 секунд, боятся прыгать в вен. Хотя это была бы безопасная траектория. Хейтс минус по Кенси. 1 в 1. 11-10 секунд, напряженный момент. Хейтс попадает. Это 16-10. Вот это мрак, конечно. Для форзов так точно. А, слушай, а ты видел, они же хотели в вент прыгнуть. Да. И потом передумали, они побоялись, что в венту кто-то сидит. И поэтому решили до конца...